Микрорайон «Просторный» принимает новоселов. 24 кохомские семьи получили из рук губернатора ключи от нового жилья. Кроме того, 9 квартир получили дети-сироты в рамках уже другой программы. В Кохме удалось решить проблему вот таким образом. Мы использовали строящийся микрорайон и по доброму согласию с строителями выкупили эти квартиры под аварийное жилье. Студия 26 квадратных метров. Мягко говоря, не соответствует названию микрорайона «Просторный». Но в тесноте да не в обиде отшучиваются новые хозяева. Анастасия и Юрий – родные брат с сестрой. Они сироты. Спустя годы ожиданий у них наконец-таки появилось собственное жилье. Квартиру мы ждали 9 лет. То есть приблизительно так. У меня уже двое детей родилось. Сначала хотели жилплощадь выдавать как бы на каждого члена семьи, потом решили чисто на сирот детей. Вот. В принципе, я рада и тому, что в данный момент дали. То есть это все лучше, чем общежитие, где общий туалет, ванная, все, и то ванной нету. Вот. А так жили на территории мужа. Теперь брат и сестра будут жить со своими семьями в одном подъезде в соседних квартирах. Юрию после детского дома пришлось нелегко. Сначала жил в общежитии, потом 6 лет в съемной квартире. Теперь есть и угол свой, и сестра рядом. Все равно это как бы приятнее, нежели много окружающих чужих. То есть тут как бы все равно присутствует присутствие родственников как бы приятнее, нежели чужих людей. Не могут поверить своему счастью переселенцы из аварийного жилья. Их дом теперь безопасен и уютен. К началу следующего года в «Просторный» переедут еще 44 семьи из аварийного жилфонда. Все документы для них уже оформлены. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.